А теперь об этих и других темах более подробно. Безопасность жителей края во время новогодних праздников обеспечат порядка 19 тысяч человек. Речь об этом шла в ходе заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Мероприятие провел губернатор Вениамин Кондратьев. В совещании принимали участие начальник управления ФСБ России по краю Игорь Колосов, прокурор края Сергей Табельский, заместители главы региона, представители силовых структур края, главы муниципальных образований. Как подчеркнул губернатор, самое главное – обеспечить противопожарную и антитеррористическую безопасность в социальных учреждениях, торгово-развлекательных центрах и на рынках, а также на вокзалах и в аэропортах. Антитеррористическая безопасность и пожарная в местах массовых гуляний максимально должна быть проверена. В торговых центрах, кинотеатрах, в том числе и в аэропортах, автовокзалах, потому что все равно потоки мы остаемся и будем, естественно, принимать гостей в новогодние каникулы, потому что круглогодичный курорт Кали. Поэтому все должно быть еще раз проверено и полное должно быть уверенность, что мы готовы, в том числе и в зимний период, к массовому наплыву туристов и отдыхающих. Они тоже будут, я уверен, будут. Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника главного управления МВД России по Краснодарскому краю Сергей Воложинов, личный состав органов внутренних дел региона с конца декабря переводится на усиленный вариант несения службы. Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период новогодних и рождественских праздников планируется задействовать 11 тысяч сотрудников полиции, 8 тысяч представителей общественных формирований правоохранительной направленности. В местах проведения мероприятий будет использовано 18 стационарных металлодетекторов. В числе тех, кто будет обеспечивать порядок в крае, и 5 тысяч казаков. В ходе совещания особое внимание было уделено готовности дорожных и коммунальных служб к возможным погодным катаклизмам. Губернатор поручил главам муниципалитетов данное направление держать на особом контроле, не дожидаясь ухудшения погоды, заблаговременно проверить все системы оповещения, готовность к ЧС дорожных и коммунальных служб. Кроме того, по требованию главы региона должны быть проверены на предмет соблюдения правил хранения и торговли магазины по реализации пиротехнических изделий. Все необходимые мероприятия по обеспечению общественной и антитеррористической безопасности должны быть выполнены в полном объеме, подчеркнул глава района, подводя итоги заседания. Здесь было озвучено и места, где проходят наши, значит, мероприятия, и наши площади, и заезды на эти площади, и школы, где будут елки проходить, и буквально-буквально все буквально наши места. Это антитеррористическая безопасность, и пожарная безопасность, и охрана общественного порядка. Просьба не отнестись формально. Каждый за что-то отвечает. Каждый за что-то отвечает. Кто за культуру, кто за предприятие жилищно-коммунального хозяйства, дежурство казачества, вот, совместно с Юрием Сергеевичем мы мероприятие будем организовывать. Главы поселений, знаете лучше всех свои, значит, слабые места и места, общественные места. Поэтому просьба отнестись вот именно так, как мы должны это все отработать. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».